Закончилась зима, которая в этом году была на целый день длиннее. А это значит, настало время для весенних хлопот, и список их широк. Магаданцы поделились планами на расходы и покупки этой весной. На весну? Ну, я не знаю, но 1030 надо, 40 потратить. На что? На ремонт. Весенние вещи в основном, потому что всегда зима. Конечно, планирую, ремонт буду делать. И есть место, где все эти желания с радостью одобряют. Этой весной мы предлагаем нашим клиентам до 1,5 миллиона рублей наличными, со ставкой от 9% годовых. Для этого необходим только паспорт, решение принимается в течение дня. Желания весной могут быть любыми, но теперь вы знаете, куда обратиться за их одобрением.